Всем ватсап, братва и сестры, также гости канала, с вами Алекс Бро, банда Омега, но не в полном составе. Кто внимательный, понял, что у нас одного не хватает. У нас есть три варианта, что с ним произошло. Моя версия, что его забрала раса инопланетная Апчи. У Коляна, по-моему, какая у тебя версия, напомни? Да капитан Флинт его стыбзил. А, Вилен, ты что говорил тогда? То, что вот Сайнсове, когда титры были, это пятикантропы. Его братья написали, и его похитили себе на родину, и теперь там никакого нету и связи. Короче, самый длинный вариант. Ну, правда. Короче, если вы согласны с чем-то вариантом, пишите комментарий или свой вариант тоже, что с ним случилось. А пока, как мы обещали, начинаем серию с босса. Погнали! А может он из Охотспида? Выжди этот момент! Mortal Kombat представляют противниками. Я тоже сейчас буду жопу греть. Угу. Главное на платформу не вставать, они не возгораются. Задайте им жару! За Альянс! За Орду, вообще-то говорят. Орда сосать. За Гитлера. Тогда тебе всю мою группу одногруппников побить надо, они все за Орду. И даже параллельку. Вы чё охренели, Альянс? Они считают Альянсов педиками, я тебе так скажу. Я просто проиграл, блин, Варкрафт, блин, всегда за Альянс. Да юж мать, ну сразу ж полёг, на тебе. Чё я быстро опять хп теряю? А чё я быстро хп начал терять? Вот это, борьба за жизнь очень быстро уходит. Не только у тебя. Нет. Такая же хрень, когда я с Виленом проходил. Прячьтесь просто, блин, ждите босса. Надо босса его как-то подозвать. Да, только куда? Они все за мной идут. Стрелять они преимущественно в голову. Иду к вам на войну. Мне так кажется, гранату. Что раньше, когда мы с тобой Колян играли, у нас пушки вообще. Так и есть. Огненный, ним бесполезно. Да пошли вы, огненные вы говнюки, чё ко мне пристал? Отстань. Нам главное врагов не попускать, которые к нам. Они ко мне уже пристали. Один точнее, уйди от меня. Да, у нас пушки, когда смелены, были получше, а эти говны. Ну ладно, зато челлендж будет. Я охренел, что будет босс. Это чё за... Это клиент персонаж. Да я понял. Давай, жопой ко мне, правильно все делаешь, жертвец. Я ему хорошенько урон наношу. Я ему 42. Я в ближнем 143. Бою ему больше урона наношу, мне надо к нему в ближнем бою подходить. Так ты не сдохнешь. А, у меня уже все поснимал. Броню. Бля, ты блюд. Отстой, нега. Он в огненной броне, прячься. Жду, пока броня у него. А, его не убьешь, пока он в огненной броне. Я сказал же, прячься. А ему огонь что, не наносит ничего? Здрасте, ты. Нет, он сам утек. Все, огненную броню снял? Нет, еще не снял. Да. Нет, он еще... А вот теперь иди сюда, два ствола сейчас будет решать все. На, гаси с левой, правой, со всех стволов, что у меня есть. Пока есть время, давай! Сдохни! Надо сила вайка включить, то умришь ты. Да пошли, эти ко мне Жекины пятикантропы лезут. Все, ушли от меня. Они услышали наш он. Есть. О нет, как ты не вовремя огненную броню включил, говнюк. О нет, я его... Короче, все, что я понял, мой персонаж, блин, столько колоссальный урон наносит, когда он его берет, жми урон, прокачивается. Мой персонаж, когда он в огне... Ну, тухни уже, потуши свою броню, молодец. Лови, есть, мы его замочили.
пацаны, вы знаете, вот сколько у вас снимают, блин, денег за то, что вы, ну это... По 50 баксов мне снимают теперь. А поскольку у меня бесконечные деньги, с меня снимают 60 тысяч. Они охренели, твари. Так, боремся за жизнь. Это норма. Я не понял, вы босса убили? Да, босса убили. Я даже забрал у него сувенир на оружие какое-то. Встаем! Блин, не успел тебя понять, самого тупо не хватило. Тупо зарезал, одного застрелил. Ты вернешься на своих мясных задних лапках! Мне кажется, пора заканчиваться или гейм. Пойдем. Так, пора уже как-то выбираться из-за... Тихо! Тихонько, это, тихонько! Хорошая команда. Ага. Дохни по 50 раз. Да блин, алло, уже как бы хорошо, ни хера не получил. Есть, стал, успел встать. Успел и сдох. Я тебя убью! Куда ж ты отошел? Ты сказал, я тебя убью, ты представляешь, такой говорят, я убью эту. О, мы с ним одинаково думаем. Нам всё. Сюда, сейчас должен железяка прийти. А мой персонаж сказал, давай, вставай. Мы чё, с ним родственники типа? Бля, железяк, иди, иди сюда. Не волнуйся, мы штаны снимем и дам тебе, дадим пососать красного богатыря, не переживай. Так, ну что, идём. Он же эту просьбу просил, да, Коль? Коля! Ну, ты немного так сказал, немного, так сказать, перековеркал его фразу. Так, это, ну, как это... Коля, он тебе в первую очередь хотел это сделать, ничего? Кому именно? Тебе, ру-ру-ру, что? Понял? Кто именно? Железяка! Вот, то мне ничего не знаю. Не знаю как, но он это ну, делает. В третьей части за него... В третьей части, может, фу, еще в пресикуле можно играть за него. Вот когда будет третья часть, вот тогда и поговорим. Я просто, блин, пристикал, говорю... Ну что, новая локация, новая жопа приключений, как говорится, точнее, продолжение, готовы? Да, только нет за... самого главного пятикана. Казань надо было взять, сейчас и перейдем. Я люблю ждать, пока приготовишься блюдо! Только кто там, блядь? Кто отменил? Фаре тыкать эту. А, кто-то в меню вышел. Подожди. Это я. Что там делаешь? Ладно, тогда я тоже выйду в меню, чего бы и нет. Чего бы и нет, да? Я пока щиты не нужны, повыкидываю. Так. Я пока гранаты заменю, которые получше. Которые не летят в воздух. Все, я освободил себе, да. Вот посмотрите. Вот это все. Говно. Ну да, вижу. Два, один, пум. Пуск. Мы отправляемся, как Трихонса девайт, чё? Реальные жизни патруль. А прикинь будущее такое. Не, за что будет третья часть? Так, а, жетоны безбаженности вы тратили? По-моему, здесь как раз будет у нас первая машина. Вот вторая получше, там не для двоих, а уже для полного состава. А мы тебя тоже. Бля, тот камень, который летел в Алекса, прилетел мне в еба. А чё в меня сразу камень, а? Потому что он в тебя летел, я видел, а вылетел в меня. У меня тоже полетел. Сразу видно изменения, баба немного другая. Ну только мы это в прошлой серии говорили, у тебя амнезия случилась. Нет, вопрос, как сразу видно изменения. Как в прошлый раз на прохождение, блин, вспоминай. Один где-то так напрыгнет на тачку и будет сидеть. Мех мордоплюя забрал, слышь. А это нам пригодится. Сосульки кидает. А, меня подождать.
Мордоблюй! Два. Чего ты чувствуешь, Лилиан? Что? Глубокое, темное, что-то звезду ты чувствуешь. Это немного другое описывает. О, я встал. Мой последний удар был. Давайте пока удайтесь, руки до зеленой хрени ломай. Дайте мне. Это мне фигурки нужны. Опа, так. Посетите 1000 долларов. Вон там можно машину сделать. Вон там. Ну там я помню. Там, как раз, так мы же дошли до вот этих халых налетчиков. Да, ну потом что-то вы помнили. Не будем снимать. Потому что Тангл сдох, не поверишь. Могу только посочувствовать вам. Так, блин, тупо же взять 9000 бензин скотины. За смерть. А у вас какие-то не взяли на 44 бакса. А, нет, нам придется немного поискать. Вон там. Надо сначала скутера найти, по-моему. Не, сначала нам надо одного робота найти, у которого будет деталик. А, я помню. Позже как будто... А, бомжи! Ладно, слышите, вы хромосомы. Вы чё мне щиты поснимали уже? Блин, я хотел помирно, чтобы... Тихо сказал, шиш тебе. Красный мутатил. Чуть не послушал, что он сказал. Красный макосин. Нет, мутатил. Я даже услышал. Сетевой переходник нашел. Помогите. Это то, что нам надо, как раз по заданию. Да помогаю самому... а ты откуда? Кто ты взялся? Вставай, вставай! Есть люди, которым надо сделать больно! Ага. Тупо, знаешь что, Вилен, знаешь, что Вилен персонаж, когда он сейчас, когда я спасал Алекс? Надо сделать людям... Давай, надо еще сделать больно. Что, что он сказал? Просто, знаете, он такую фразу сказал, типа, ты не умираешь сегодня, ты умираешь каждый день. Нормально. Ты сгоришь у меня. Короче, все, можно на них посрать. Все, отходим. Я хочу за руль. Так, хер там вам. Я буду за рулем. Я умею. Кто-то отдельно может сидеть и... Тут все. Блин, эта тёлка на меня так смотрит, жаль. Блокировка снята. Тупая машина. Пока патроны, давайте всё купим. Ща. Круто. Попробуй запросить машину еще раз. Та-та, иди. Сколько щит за... У меня щит 81. Создавай свою машину. Теперь ты сможешь создавать машины в любом точкомате. Ракетницу. И прыгай через пропасть. И повыёбывай. Ай, блин. Я чуть не упал. Так тебе не надо. Роланда. Он непременно чуть не упал. А кто ко мне залез? Да ты сам. Ты сам вылез, ёмут. О, тут с первого раза. Помнишь, сколько времени потратили на перелеты? А, я... С Веленом, помню, там тоже когда мы играли. Проблемы. На, да. Дави говно. Есть. У меня щит 130. У Коляна сколько щит? 140 с чем-то. У меня одного меньше 100 даже, ой-ой-ой. Покупай щиты, черт возьми. Я сейчас куп. Приедем, купим. Колян, там хочешь вечный кайф, Жекин? Вечный кайф. Жека тут нашел. Нет. Электрический кактус, ты знаешь? Да, он я там... понял с Беленом. Белен так взорвал. А он там вечный кайф ловил. Тихо, да. Потом возбуждается, когда кактус. Пошел,
Сейчас вон там вот хера врагов, поэтому. Ладно, давай просто сядем в машину. Дай тебе столько по радио. Меня зовут Нова. Раньше я тоже был искать. А потом отбуду давал. Я покатался. Покатался. Олег, сейчас машина скоро подойдет. Офигу. Я вам свои. Ну и пофигу. Молодцы. А я поехал на задание. Отлично. На задание отсосать. Ладно, давайте с вами приеду. А, пошла, можно тачку создать. Где противники сейчас расстреляют себя? Есть, убил. Ладно, я свою тогда придется делать сейчас. Да делай тачку вот ты уже. Пропинга. Куэр с РПГ, да. Иди к Алексу, он твой друг. А я погнал. Подождите меня. Ебать, ты телепортировался к нему. Ты уже сел, блин. Да садись уже кому-нибудь. Катя, чувак, если кто-то. Если смотрите, у двоих тачка, если кто-то не в тачке, она рандомно система выбирает, куда телепортироваться. Стоять. Куда нам ехать? Так, нам не туда. На вон. А я пока поубиваю к. А, ты уже взял мой. Так, погодите-ка, дайте-ка покати. Так, нам, по-моему, сюда следующий покупать. Ну вот в каколоте. Бим-бим! Заорал. Блин, куда ты спрыгнул? Да, сюда вообще. А, пешком уже? Сейчас. Ну, да. Сейчас припаркую. Знаете, ты, мне такое причувствие, что мы сейчас сдохнем. Она так гранатит. Когда кажется, либо дохни, либо не очкуй. Либо крестись. Либо подсоси. О, он увел вид вечный кайф. Мордоплю прям удачно зашел. А чё сзаду ты делал, мордоплю? Я прям ловлю, блять. Пошли. Вы чё охренели, что вы там сдохли? Я-то выжил, восьмой уровень уже. Ай! Не хочу я кактус вытягивать задницу. Лови тоже кайф, чё такого. А чё ко мне мордоплю пристали, чё не к вам? Сейчас вас приведу к ним. Потому что ты не очень знаешь, что это такое, вот не сас. Вы говно. Просто негр. Вы говнюки. Блять, да я пошел туда первый. За мной бегу. Только не самоубийца псих, иди в жопу. Взорви Алекса. Э, че мордоплю? А, правильно, идите к ним. Чё на меня прыгаешь, а? Буйный. Чё на меня прыгаешь? Что там у него? Мы вас спасли, так что давайте 500 баллов. Я тебе способ благородно играть не буду. Вы думаете, мне пару заданий, мы вращаемся. Мы Алекса спасли, он нам должен... Он мне нужен 69 тысяч, которые мы забрали. А я тут при чём, кто не 69 тысяч? Забрал. Ну, система что-то такая. Забирайте мех, а не для задания. Сейчас, я велено подниму. Еще последний мех надо. Почему я вам гранату подниму? Я сказал подники врага, не подники друзей. Ну ладно. А! Такая система, поехали. Хотел поднять, а в итоге иду. Ладно, поднимайте. А ну, сами. Да, Алекса, ты понимаешь, что меня нет. Вот ты говно. Блять, ты сам встал, какого-то хера сам встал у меня от нет. А, безбашенный. Надо было сюда на машине ехать. А машины бы не проехали, а объезд ты долго бы ехал. Тут, по-моему, да, тут был объезд. Фига мы тачку бросили. А ничего я не бросил. Тачку бросили. Давайте мало. Ищите, убиваем и ищем. Мех. Не только мне. Мне уже надоело в них стрелять. А что поделать? Ах ты!
Я аж подпрыгнул. Какая игра? Стрелять. Стрелять придется каждую минуту. Как чих. Каждую минуту на секунду, прикинь. То слезь ты с меня! Люблю тебя! Амиго, ты лучший! Что? Я послышал, что тебе мой персонаж сказал, я люблю тебя, Симба. Возможно, все. Чего? Так это ты в курсе, что в трейлере про твой персонаж говорю, я хочу велосипед из... Я не хочу. А можно птичку, потому что у меня 2 хп. Извини, а у меня 8. Колян, я тебя убью. Ну я же убил, я схавал. Мы противник, я схавал в аптечку. Все честно. Кто-то поймал вечный кайф уже, Лоис. А, это ты вели Лоиска? Мы зря бросили машины. Мы зря тачки бросили. Ладно, пошли обратно к тачкам, да куда сейчас? Хотя постой, может тут где-то тачка мат. Знаешь, тогда я побегу. Я тебе не доверяю. А у меня тут тачкомат есть. Ну побежали. Ну кстати, сам на карте, что я вам говорю? Там шаги на... Вот так вот. Тупо на раз-два. Ай, блин! Как ты стреляешь, дебилы? Я. Меня только хп восстановил. Скажи тому, кто... Это Коля. Прекрасно. Теперь у тебя достаточно меха. Да ты шо? Я ещё... Ты охренел безбашенный хуй. Чё он меня оседвал? Уйди от меня, не надо. Я тебя спасаю. А чё он на меня прыгает? Иди отсюда. Не прыгай на меня. Безбашенный, тебе жопа. Ну все, я смерть уже свою. Кто за мной? Коля, давай со мной вдыхай. Сейчас узнаем, где мы окажемся. Второе дыхание, ха-ха, сосать, никакого не будет смерти. Я уже убежал. Так, он... я рядом с очкоматом, могу с тачкой к вам как-то приехать. Каким макаром ты приедешь? Блин, этот безбашенный хер за мной гоняется, как мне это не достало. Ты сейчас на курс гагом пойдешь, понял? Бля, безбашенный, иди на. Удачи повоевать, мама, я пока тут сидеть тут буду. Я вам бежал. Ну, стой, реально стой. Так, это я кого вижу? А. Что, подъезда реально нет? О, нет. Должен быть. О, тут есть магазин оружия. Не, объезд-то есть, только он очень интересный маршрут. Дорога такая. Любопытная. Пацаны, чего не покупаете пушки? Я еще далеко. Я уже на задании. Вот и Иисус. А! Машина упала в пропасть. Сьюступит? Ну ты и я их водил. На тебя посмотрел бы. Это я тут навожу и более-менее нормально. Когда я его выебался в стол. Так, а это что еще за фигня синяя? Коричневая зебра? Что это за модификат? Прям звучит как... Догадайте, сколько у меня хп. Одно хп. Да. Как тебе это нравится, блин? Сочувствую. Я как-то живу. Каким хером ты скажешь? Потому что... Блять, куда вы все уехали, я уже схватил. Я выпал случайно, я сейчас наверх буду забираться. Бля, я вырезался в кактус, который бьет током, да, я съезду. Так, я походу к вам приехал. О, кто это? Коля, это ты мне проехал?
Да, но ты не туда едешь. А что вы не у меня? Миссия вообще-то у меня, нахуй. Как тут такой вот проехать, тут вопрос такой, еще я таки. Ладно. Блять. Ты что меня таранишься? Блин, а на какую кнопку нитро? Кажется, я знаю куда. Ты что, пьян? Я да, это кто из нас сказал, я что ли? Блять. Да ёб твою, чё за машина, говно? Чё за корявое управление? А это еще что это за место? Нам не туды. Нам не туды. Вам надо туда, где я. А, на F ускорение. Всё. Я закупился топовыми пушками, так что мне уже ничего не страшно. Ну да, блин, ты еще не всех продоплюев нифига не уничтожил, блин. На пизда. Олег, на пизда. Ух, ёб твою мать! Отступай к машинам! Беги! Там как раз кактус, их там кактус бьет током, ёба. А я это чё? Моя машина, ты охренел, слезь с моей машины. А, извини. Моя ж покруче с РПВ. На тебе залпом ракеты. Пусти ракету. Кушай ракету. Дервалим. На этих мелких можно наплевать. Оно и не. Пятнадцать умножитель на 13. Умножитель это что, типа? На сколько раз сильнее урон, типа, будет? Да. Тогда нормально урон. 150 чем-то. Чё ты там последнего вот я не убил? Ну-ка попробуй-ка я... Вот эту винтовочку. А, понятно, почему ты его не убил. Да уже не одно хп. Да ну нахер, пожалуй, типа шутки. Все, побил. Бля, ну пушка говно мне. Да неделе больше я снес хп, чем вы. Вы же охренели, ну, мы... там вообще. Да, мы пидоры, не знаем. Говно, все ясно. О. Вот тут он так заорал. Я пустой. Была маленькая мысль, что придется спасать тебя. Один из этих психов утащил энергоблок. А это значит, что убежище осталось без защиты. Ну, мне посрать. Отнеси этот энергоблок в убежище. А, то мы почти там, где мы остановили вообще в прошлое прохождение. Да нет, вы где-то в пустыне уже были, это не заснежено. А. Вы там уже тачку только собрали где-то на двоих, я уж точно помню. Этот энергоблок и по дороге убить пару другую разбойников. А вот теперь надо ехать и знам на куда. Кстати, мы уже близко к той хрени, и мы будем очистить. Не туда ты сел, ку-ку, заводитесь наконец, садись, алкаш. Блин, садись уже ко мне. Не туда, не туда, не туда, не туда. Да. Оля, ты хоть знаешь, куда нас везти, алкаш? Так, тачки нахуй. Куда ты тут собрался? Ну, судя по карте, нам надо вообще тачки бросить и бежать в кучу. А ну, для интереса пролезу. Не, не про... А ну, сейчас попробуем. Эксперимент. Вообще, если правильно... Если пролезешь, молодчак. Не вышло, увы. Тем более нафиг там машина, если мы сами неплохо справляемся. О, аптечка, спасибо. Сейчас как раз там нужно... Елена, аптечка. Хорошо. Пацаны, короче, будьте аккуратны. Тут, ну, тут я, короче, будет работать снайпер. Это вот, то есть я. Работаем издалека, потому что вблизи там их, да? Понятно. Хорошая информация. Их там реально до хера, тут не снайпером работать. А, я помню. Ну, сейчас я тогда тоже. Четыре. А, вон вижу. Просто не прогружаюсь.
Первый убит. Бежит один к нам. Всех самоубийца бежит. Убит. Кочевник вышел. Убит. Нет, просто убит. Псих лезет. Просто псих идет. Все, один уже есть, так на изи. Убит. Еще сколько? 13 кровометров надо убить. Безумный мародер. Кочевник. Блин, ты с нами скажи, только просто сасывай, патроны закупаем постоянно. Да, стоп, тебя. Болей. Сейчас Жек, как Жека буду чихать. Это еще. Тебя заразит. Воздушно-капельным путем. Тебя заразит. А, нет, даже если я его не вижу. Отлично. Блять, не хочу от этого топ поставить, не нравится. А, через фотографию заразил. Знаешь так. Так, этот сгорел, кочевник, иди, спасись. С нам со мной, ну да, я согласен, со мной надо. Я, в принципе, не против так-то. Знаете. Отрежу веки, чтоб ты видел смерть! Нормально. Да твой персонаж орёт, мочи, мочи, мочи. Мочи, мочи, мочи. И это звучит как-то моча, не мочи. Где он сверху? А, что это было? Поздно, ты не крик. Ты самоубийца. Ты самоубийца себя, ну. Спасибо. Это персонаж еще говорит, мучать вас граться. Ты что, итальянец? Походу, он мексиканец. Он Рикардо Милос. Он педик. Так, топовый ящик, он мой. Нет, он не твой. А, кочевник, ты чё, вылез? Из говна. Ай, блядь, дамажит, дамажит. Не, кочевник, ты умрёшь, я тебе обещаю. Всё, умер, молодец. Бля, пушка... Конец. Чё у нас тут? О, по всем статам хороший для меня. А, мне третий слот пока не открыт. Зараза, чё пистолет. Когда откроется третий слот? Мне будет 11 левел. Я как раз 11, ё-моё, блядь. А! Ах ты, гадина! Ты чё, пришёл? Где враги ещё? Эта плохая плоть разорвалась и заставляет тебя орать! Ну, только за два выстрела уложь тревогу. Прожарка перед Дудя. Задание, да. Задание выполнено. Валим с этого лагеря. Валим с этого лагеря. Задание. Да, валим, валим, хорошо. Валим. Эвакуация. Спасаем с жопой своей. Хорошо. Тут же бег бесконечный. Не то, что занято. Вижу. Динамо бежит. Ну ты, Алекс, сволочь. Я тебе кайф дарил, что тебе не нравится? Он специально взорвал, он что, взорвал кактус специально, что ли? Я тебе сейчас так кактус засуну. Я со мной ехать. Вилен, я как раз тоже хотел кактус чтобы взорвать, так что, да. Даже не я, так Коля бы взорвал бы тебя. Я ж правильно говорю, Коль? Не ты б взорвал, а я б его, да? А чё мы его хотим взорвать? Да просто так. Что у тебя игра лагать будет. Что ты будешь играть на низких, а не на средних. Графа дрочер. Ты чё? Чё завис? Машинка.
Ускорение! На-на. Кстати, в конце я соврал. Давай. А вот хер вам, никуда вы не пойдете, потому что я мужик. Мою тачку взорвали, ах вы! На-на. Вы мою тачку распиляли. Это я взорвал. Я только с пулемета мог стрелять, Коля. Гандоны, мы тачку взрываем. Ладно, доходим до убежища и заканчиваем серию. Надеюсь, в следующей серии ЖК. Ну сейчас откроем ворота именно. Нормально взяли тачку, блин, не бабки потратили. Я живу, я тебя отомщу. Да я все равно тачку пересоздам. Ничего, я ее тоже. Вот, блин, смотри, какие тут реалистичные лучи, ёпт, игры по-тайнистских. О, да. Я квадратчик доволен. Ну что, заходим в убежище. А, мы уже сохранились вроде. Можем и тут закончить. А, задание там взяли у этого дебила. То есть, на него стоит метка, ё-моё. Сейчас возьму. Мы у него не взяли даже награду. Какое задание? Награда. Мало. Блин, мне 2 бакса не хватает, чтобы 1000 было. Джейсон, встать! Тебе идет искатель хранилища! Как гордо это звучит, не правда ли? Ну, он про меня говорил. Да нифига. Он говорил, что ты... Командир Олан ушел на разведку. Я хуй. Да, возможно. Что-то мне немного эта игра напоминает Рейд 4, по счастье. Возможно. Вот дерьмо. Знаешь, графика что-то такая. Разницы я так и не вижу. Так Gearbox, ну кроме отделки, а так кардинально не. Здесь дополнительный затань. О, наш старый знакомый уже тут этот мудила. Элитный. Не, вот в самом начале встретили этого. А, кто-то дошел уже до механика. Да, тут заставка. Вас не смущает то, что у него на кепке его сестра. Живым я не дам, ага, был бы робот, тебя бы уже... Это, как его бы сделали? Ну, мы тебя дным был бы жопу даже не слушал. Так, у него там где-то автоматы, только закупать. А почему его скутер зовут? Потому что он пит. Потому что он скутером, ему в башке заехали, он и скутер. Это ж как единорог. Что ты там хочешь? Алекс, я тебя продаю. Я тебе сам продам, блин. О, а это я магазинчик, по-моему, я помню. Это тут вроде. А, не, не тут. А, я не знакомлюсь. Это я уже прибежал, если чё. Бля, я же посрался. Коля, тебе врачи ждут. Такой врач и ждёт. Я бы в жизни хотел такого. Я, блин, как раз недавно у хирурга был. Где-то у меня тут несколько кулей. А давайте я сейчас мы тоже отведем только к этому. Посмотрим, как он тебя кастрировать будет. О, можно быть патронами. О, да. Трошки. Не возбуждайся, а то еще... Так, где-то же я помню, в убежище был продавец с оружием именно. Где он? О, нашел щитак, который лучше всех. Блять, кто-то... О, шкаф, куча шкаф. О, я что-то нашел. Говно, говно. Говно. Норм. Говно. 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 А, скутер, говно. Спасибо за Эриди. Ну чё, иди в центр города и вставь эти аккумуляторы в свет. Бедный пациент, мы его изнасиловали. Он чёрный. Вы там совсем балдуи. Мы там пациента убили, который он там лечил, ничего страшного. Вы там убивать даже не умеете пациента, не то что лечить. Я его чёрным сделал. По слухам, в ваш город прибыл новый искатель. Сейчас ставлю. А, в смысле, я принес, а ты ставил, как это? Ведь ты наша единственная надежда. Да я.
Искатель хранилища? Колян, подойди сюда. А, вон, магазин серийный, точно, вот он, элитный. Что тебе надо? Купи что-нибудь и получишь подарок. Бля, вот это мне валюта не бесконечная, мне это уже не радуется. Да, что же взять для улучшения? Банка... Всегда увеличить число вещей, которые вы храните в банке, на 2. Спасибо, говно, говно. Банка... Вот, спасибо, мне кажется, это пригодится. Для снайперских винтов, для пистолета, пулемета, улучшение для РБК, РПГ, пистолет, гранат, банк. Банк это не наш инвентарь, да? Нет, это где мы будем уже все складывать. А, тогда нет. В своих вещах, так сказать. Так, да. В дробаши ложиться, что ли, а не? Или да? Тебе тут есть бар? Надо в бар сходить. Пару есть пить. Где-то бар, я помню. Я не помню хочу... только где. В реальной жизни так зайдем, пойдем по базарим. Че бы я похоже нашел бар. Иди сюда. Вон и бар тебе. И поставьте аккумулятор, я не хочу поломать. Все, у меня щит на 162. Мне 168. А, я ему отдам сейчас смех. Спасибо, искатель. А у тебя тебе, глупый что? Будет выглядеть куда щит. Круче, чем заслуживает. Сейчас скажу ей. Спасибо за помощь. Ожоги третьей степени лучше получать в несколько смен. Так, угадайте меня, я не принес. Сейчас этот город взлетит. Пацаны, да, я пока поменяю тут немного имидж. Здесь можно изменить свой облик и сбросить все навыки. А почему так трясет? Не знаю. Кто-то пердак взрывается. О, пулемет. Может, он оставил тебе сообщение? Так. А вот и обнова ко мне заехала. Так, где тут продавец оружия? Точно помню. Даже задание у него было что-то тестить оружие. За стихии было. Может, да, пацаны, я тут немного поменял свой имидж. Если кто-то хочет поменять свой имидж, идите ко мне. О-о-о-о. Так, ну, а, все. Я нашел походу продавца. Именно. Торгаша, вот. О, это же Сидорович из сталкера, пацаны. О, я нашел Сидора. Это же Сидорович из сталкера. Я даже не знаю. А что он такой молодой? Вот так он проверяет качество товара. На хамах. И золотой зуб. Это реально Сидор, бли. Идите ко мне, к Сидору. Поторгуйте заодно. Все, я вот за этого не Маркусом, а Сидоровичем. Мать твою честная, вот эта пушка, блядь, снайперская, все, она моя. Несколько лет назад мы были врагами. Бля, я сдох. Если вы слышите это сообщение и способны трезво мыслить, направляйтесь. Ёп, позеленовали город или нет? Что вам сказал, сейчас, я тут... Дайте-ка прикуплю мне пушку. Иди сюда, Коля. Ко мне иди. Нет, в натуре Сидорович. Заходите к Сидору в гости. У него и миссия есть даже. Здоров. Нет, нужен магазин. Чё есть пулеметиков такое? Так, о, кстати, патроны рядом. Это хорошо, Сидор, ты продумал. Молодец. Блин, у него нет нормальных, нет вот дробовиков. Работу у него возьмем у этого Сидора. Давайте, чё, разнообразие мне немножечко. Только насколько серия-то затянется тогда? Ладно, давайте тут закончим следующую серию, начнем отсюда. Все согласны? Как хотите. Так, ну что, спасибо всем, что вы смотрели этот видос до конца. Довольно получился забавный. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал и делимся видео с друзьями. С вами был Лизбро, Колян и Вилен. Желаю всего самого наилучшего, всем до встречи и бай. Бай.